Всем привет, ты на канале Алекс Меркурий, это The Long Drive, и мы будем вот, да, вот с этим чуваком, ух ты, ух ты. Я надеюсь, о нет, я надеюсь, оно такое управление в жизни, да. В игре такое не будет, ну ладно, все, начинаем, новая игра, ух ты, какая тут, а, хорошо. Ага. Ой, все-таки да, тут реально такое управление, я думал, просто по себе оно такое. О, сразу хорошая машина. Ну, ладно, почти хорошая. Смысл в этой игре просто как можно дольше, я так понимаю, проехать, потому что там вначале... Ага. А, ну, тянись, пожалуйста. Можешь за ручку? Ага. Ну и... А, просто... А если и на Е нажму, ну-ка. Вот мышка и Е. А, о, о, как оно работает, интересно. Что там в ведре есть? А, в ведре даже что-то есть. Вода. Как поднять? Да ну что постоянно есть? Лучше пусть у нас будет постоянные эти подсказки. Блин, сейчас вытекет. О, пить. Пустой, я пролил. Черт. Подожди, что? А, можно вот и нажать, удержать. А, вот. Что это? Не очень понятно все ее. А! Черт. А что в них? Поднять. А. Лёсика мыши держать. А, вот, можно приблизить. О, что это там написано? А как покрутить? Лёсика мыши. Ну, это понятно. А, ПКМ. Нет. Короче, да, управление тут весьма такое спорное. Она разбилась, кажется, нет. 6,9%, обалдеть. Каким образом? Ну-ка, если... О, разобьется? А если так бить? Колесиком чисто. Ладно, как это положить аккуратно? Сменить, выпить. Как это пить, у какая? О, на F просто. О, предмет не ломается, но если я возьму и отпущу его, он ломается. Ясно, понятно, очень хорошо. Это что такое? Где машина? Вот гараж. Как это поднять? А, понял. Ой, наловчиться на самом деле можно. Можно позвонить сначала? Это shift. Обалдеть. Странные звуки. Так, ну, давай везде двери откроем. О, подвал есть. Страшновато тут. А, ну это... Ясно. Потом это все завозьмем. О, то есть... Вот и все, потащили потихоньки. Я видел, что это получается коль... Как это правильно назвать? Не покрышка. Я просто в автомобилях не разбираюсь. Ну, это явно надо поменять. Что? Наш персонаж так орал? Хотя вот это можно открыть? Наверное, да. Ну-ка. Вот, получается. Вот, взять. Нет, оттолкнуть. О, приближение. Окей, хорошо. Так, ну как забрать? Давай. Окей, ты нам Миша. Реально даже закрыть можно. О! С паутинкой все хорошо, как положено. Давай-ка сначала... Что у нас тут есть? О, у нас тут колесо есть, отлично. Поднять. Аккуратно. Как это демонтировать? А, ну на F просто. Хорошо. Это не очень хорошо сейчас вышло.
Подожди. Да блин. А тут все на F. Хорошо, почти. Во. А, над КамАЗа, нифига себе. Какого-то КамАЗа. Ладно, просто тут. Ну. Ладно, подожди. Вот я думаю, вот это вот нам не надо. Не знаю, на самом деле, насколько это... Я уже переловчился немного. А, ну. Вот это покрышка. Нет, не покрышка. Колпак, или как он правильно называется. Стоять, не прыгай. О! Нет, это старое. Оп. 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 Механик. Да, в принципе, неплохо машина выглядит. Вот с этой стороны нормально. Тихо, тихо. Не багуйся, пожалуйста. Название не очень. Вот так вот. И где-то я здесь видел еще. Сам бросил, на самом деле. Так. Что у нас тут есть? Фонарик, наверное, понадобится. Не особо нужная штука. О, подожди. То есть можно просто взять. Оборудовать. О. Мне кажется, не особо работает. О, работает, реально, обалдеть. Зашкурить это все дело можно. Слушай, это хорошая штука. Давай-ка я... А как бросить предмет? А вот. Ой. Вот так вот. Ой, аккуратно. Вот, эта штука понадобится. У нас генератор какой-то есть. А как на второй этаж? Так. Привыкнуть к этому, конечно, еще надо. Вот тут лестница. А может, она снаружи, на самом деле? Не пугай меня так часто. Да везде бутылки. А, они, наверное, пустые. Это чисто пострелять. Потому что даже не подписано, что в них. Хотя, что выпить там вдруг? А, вот. Вода. На крышку. А, пустой, понятно. На крышку надо наводиться. 40 литров воды. Кстати, а как пить? Не, подожди, подожди. Открыть. Поднять. ЛКМ. А, вот. Вот попьем, попьем. Прям с бочки. Сгорала вода. Ой, хорошо, все. А показатели всегда будут... О. А, то есть можно сесть? Отлично. А как какать? О! Сина... Посмотреть, хорошо. Подожди. Генное время. Так, настройки. Управление. Управление. Спасать. Р... Поспать Ви. Хорошо. Как какать? Мне надо какать. Пожалуйста. Затянуться. Чем? Google. А, гул. Спать. Просмотры. А, вот, посрать Би. Просто на слэш. О! Как это ужасно! А! Я думал, все... И подожди, что там надо еще было? Она П. Ой! Все, хватит. Не кажется тебе плохо? Ну-ка. Надо с этим играться. Что это за штука вообще? А как если отдалить, например, зажать? А, не получается. Ладно. Ну, в этих коробках может быть что-то есть? Интересно, конечно. Да, вот как... А, вот. А, то есть надо отпустить еще, да? Нет. А зачем это? Двинуться, сменить.
А, может быть, на и кинуть, нет? Ладно. Попробуем просто разбить вот так вот. Как это ломать? Может просто инструмент найти на самом деле? Открывайся. Ой, тихо-тихо. Оп. Оп. Тык-тык-тык-тык. Вор-домушник, заходи. Пролазишь чуть-чуть. Мы слишком... А, пробел нажать надо. Тут пусто, да? Тоже вода. О, отличная физика. О, смотри, что есть интересное. Это нам надо. Я надеюсь, она не разобьется. Тихо, тихо. О, тут вообще все двигать, походу, можно. Это что? Шланг. Ну, явно для чего-то понадобится. Опа. Это губка. О, помыть можно. Посмотрим и это. Надо, наверное, воду сначала. О, металлическое что-то. О, классно. А, вот. То есть можно экипироваться. Хорошо. И вон там какая-то штука есть, кажется. О, смотри, кубок, да? Прикольно. Можно установить, если это возможно. И получается... Вот оно, наверное, средство. Ну, больше ничего нет. Урону... Давай-ка... А что чистить вообще? Подожди. Например... где эта губка? Вот она. Блин, чувствую себя батя в гараже, который решил машину там починить, помыть и куда-то уехать. Далеко, далеко. Вот, отлично. И получается... Ой, реально чистится? Потому что я машину просто помыл, да? Грязи. О, какая красота получается! Ой, блин, я нашел себе хороший симулятор уборщика. Тихо-тихо-тихо. О, да. Вот это я понимаю. А что ты не моешься? Надо тебе пофышкать, наверное. Надо нашу ласточку-то. Назовем ее Берта. Не знаю почему. Красивое имя, наверное. Так, ой. А, вон оно как. А, подожди. Я на кнопку это нажал. Ты чё? Подожди. А, сейчас разберемся. А. Подожди. Пусти обратно. Демонтируй. Обратно. Монтируй. Это я, получается, на Z, что ли, назад? Нет. Просто, во-первых, это... Не трогай пока. Ой, как поменять управление? Да прилечь. О, стоп. Да подожди ты. Как это? А. Каким образом? Страшно. Так, это мне не надо. Подожди, я сейчас разберусь. Нет, не то. Ладно, я все-таки на паузу поставлю. Так, продолжаем. Это все-таки на Q. Обалдеть, а так быстро? Я всего минуту настраивал. Неплохо выглядит на самом деле. Так, так, я пшикну. А, неплохо. Так, и нам нужна губка, губка, губка. На ночь глядя, не знаю, ехать не... Подожди. Ну, она же помыться должна... Вот это вот, насколько помню, можно. Я уже мог забыть. Ну ты чего?
И что тебе не нравится? Что такое? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Может, средство кончилось? Мало? А-а-а, можно... О! Ну, не знаю, насколько удобно. Тихо-тихо-тихо. Ну, в принципе, так-то чисто. Я, конечно... А где? А, вон, наверное, что-то идет. Горит. Так, я пока все-таки... Я надеюсь, я пока в хоррор не хочу играть. Можно я пока здесь прикроюсь? Везде все двери пооткрывал. Я молодец вообще. Блин, реально какой-то хоррор. Подожди, машина. А вдруг это из подвала? Никогда не заходи в подвал. Так, подожди. Мне нужно... Это хорошо. Вот это присандачить. Мы будем отсюда сидеть? Отсюда видно? Да, блин, видно. Зачем его ставить тогда? Ну-ка вот. А может поехать? Сейчас посмотрим. Надо с собой... Понял. Надо с собой что-то взять. О, там остановка, кажется, есть. Подожди. Подожди. Вот прям чуть-чуть подожди. Побойка, оружие. А, цифра 3. 4. А, патроны, они... А, это сигареты. Они нам не нужны. Вот это вот понадобится. Ну и все. Ой, я опять нажал. А, бензин. Вода, вот бензин. Как выбрасывать предметы на F? Блин, может очиститься? А, подожди. Оно, кажется, не присандалено. Во. О, это что, кусок золота? Интересно. Аккуратно, как это выбросить? Тю, нет. Точно нет. Ой, подожди, что? Засыпаем? Кстати, удобно. Ну, засыпать с открытой дверью, я думаю, не очень вариант. А, блин. Как выбросить предмет? Подожди. Так, все, я понял. F. А, бежим и выкинуть. Все. Так, бензин, бензин, бензин. Куда сюда, подождите, заснуть сначала надо. Это получается на E и закрыть. Заснуть на V, да? О, еды тут много. О, какая красота. Я надеюсь, она не громкая. Надеюсь. Ой, у нас компьютер. А зачем мы вообще поедем? Да, надо покушать. Тем, как куда-то ехать. Ой, ща мы. Ой, серьезно? А если рядом? Нет, зачем? Так. Я забыл, как какать опять. Подумаем о жизни, да. Это не я. Почему с нем все с ним так плохо? Как в тебя столько помещается? Ужас. Ну, вроде как... Чисто еду взять. Ай, блин. И как удобно, что можно сразу так. А, вот это вот возьмем. А, ну, они, наверное, не открыто, поэтому все хорошо. Как крутить? А, вот. Весика мыши и...
О, как элегантно. Да, бензина нету. Так, открыть. Подожди. Так вот. О, прошу, я бы не справился лучше. Так. Тихо-тихо, не проседай. Это ладно, все хорошо. Это что-то не хочет все открываться на самом деле. Особо полезные штуки. И, в принципе, алкоголь не надо. Вот это что такое? Это пить можно? Ладно, не особо полезные. Ну и, в принципе... А как? Вот, установить. Наверное, обшкрябать надо. Ладно. Мы всем займемся потом. Все, надо. А как? Это толкнуть. А, блин, на Ешку, понял. Не надо демонтировать, ты что? О! Ага. Подожди. Да, блин. Мы батя простой, походу. А как выйти? Мне выйти надо. А еще наведи, попробуй. Так вот. Вот так вот. И все. Садимся. Вот это закрываем. Так. Ой, надо было под капот глянуть вообще. Ну сейчас мы выйдем. Давай. У нас же это есть. Зеркала. Я понимаю, бензина нет. О. Подожди. Нифига, как тут. Как на ручник поставить? Точнее, снять. О. Да блин, подожди. Вот. Ну, двигатель какой-то есть, поэтому... четко, отлично, закрываем, все, поехали. Когда хотя бы чуть-чуть разбираешься в игре, ой, мы отсюда начинаем, когда в обратную сторону там какие-то кролики. Один в мою сторону бежит, интересно. Но нам сейчас мясо не нужно. Дикий, здоровый. Подожди. Кто-то ты рулишь, конечно. О, еще кролики. Нам бы до какого-нибудь... Тут будут пит-стопы, это я точно... Точно знаю, но я, кстати, боюсь предположить, что вот это... Ой, фига, трава прям так растет. Первый, интересно, пит-стоп. Ой, насколько близко или далеко будет. А если врезаться в перекати поле там? Можно как-то педальку? Интересно, какой расход? О, 13 километров. Проехали нормально. Едем чисто так, в соседнее село. Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, надо побольше. Нормально. Здесь ничего не выпало. Думаю, ничего не выпало. Заносит, конечно, тебя вообще славно. Если в камень. Ну, блин, ладно, пока не буду. Модернизировать. Машина, кстати, в довольно хорошем состоянии. Интересно... А если бензин закончится, что делать? Блин. Плохо. Я, кстати, вроде как не весь подвал на самом деле посмотрел. Надо было более тщательно. Давай, получается... У
Это насколько далеко надо? Ого! Прям очень далеко, мне кажется. Вот сколько уже? 34. Нет, нет, кажется, километры. Нормально. Ну, это, скорее всего, метры. Километры все-таки, наверное, все-таки цифра вот 4 вот сейчас. Вот. Тихо-тихо. Смотри, какой-то домик. То есть каждый, наверное, 5 километров будет домик. Ну, хижина, пит-стоп. Нормально так. О, стоять! Чё ты красным загорелся? Колесо потеряли? Подожди. Как... где тут ключ зажигания? Это свет. Это он так говорит, что аж отсюда слышно? Обалдеть. Подожди. Ужас. Так, каким образом? Хватит мне тут все демонтировать. Громкость? Блин, как много настроек на самом деле. Вот, кажется, нет. А, это стекло. Интересно. Как? Где ключи? Как ты заводил ее? И завел даже не... О! А-а-а. Ты смотри, это пули. Блин. Это что такое? Тут, я так понимаю, много что трогать можно. Ясно. Ладно. Просто я за бензин боюсь. Они подходят просто очень громко. Черт тебя знает. Блин, как ты блестишь красиво. Пока не идет, просто как-то кряхтит. Демонтировать. Не то, все не то. А каким образом? А, вот. А, вот зажигание. Обалдеть. Его оттуда слышно? А, у нас патрон нет. Подожди, патроны, кажется, я здесь видел. Ты смотри. А, нет, он просто бегает. Ладно. В следующей серии мы увидим, убью я его или мы с ним подружимся. Я хочу подружиться попробовать, но я не знаю, насколько это выгодно мне будет. Всем до скорого.